Если вы ранее уже что-нибудь демонстрировали, экстремистская или нацистская. Буква Н, или логотип Фейсбука, или Инстаграм, не дай бог. Вот этот восклицательный знак. Который буква Н, да. Да. То теперь можете до 4 лет лишиться свободы, либо исправительной работы на срок до 2 лет, до 480 часов. В общем, это обязательно. Если исправительный, то до 2 лет. А если я один раз Фейсбук, а другой раз Инстаграм показал? То это я 2 раза нарушил? А если несовершеннолетним?